И всем доброго дня. С вами самонастройщик Леха. Я кепку найти не могу. Найду, она появится в кадре. В общем, были такие интересные предложения. Вот они. Леха, ну ты молодец, утеплил крышу в 100 мм. Неплохо бы еще и стены сделать. Ну, как бы да. Вот только стены обшиты шифером. А он, мягко говоря, тяжеленький. Особенно вот в местах, где целиком прибит полностью шифер. Лист весит где-то 80 килограмм. Я вешу 72, а лист 80. Ну, как бы можно попотеть и сделать. Но мы же не ищем легких путей. И утеплитель мы успешно закупили. Это Пеноплекс Комфорт толщиной 50 мм. То же самое, что было и в стенах, то же самое, что было на крыше. Но здесь немножко не хватает, мы докупим по факту, потому что я не знал, сколько будет прям вот точно нужно. И докупить нужно будет 2 мм, ой, 20 сантиметров и 30 сантиметров. Все перепутал, красавец. И докупить нужно будет еще 20 мм и 30 мм. Это нужно для того, чтобы красиво обыграть двери и окна. Там пятеркой будет очень сложно. Ну и вопрос был про монтажную пену. Зачем ты замазал скотчем, непонятно, на что ты клеишь. Пена Пеноплекс, утеплитель Пеноплекс. Она подходит, а вскрыл я потому, что я выступаю всегда за бюджетный вариант. То есть материал подешевле и еще плюс экономия, делаю все сам. Пена относится к профессиональной. Баллончик стоит от 800 рублей. Ну а мой сегмент, бомб-сегмент, это 300 рублей. А зачем я купил? Потому что в инструкции написано, что именно для этого утеплителя нужна именно такая пена. Тогда будет все точно по технологии и никаких проблем, нареканий не будет. Собственно, я так и поступил. Ой, вот я сейчас думаю, что нужно будет сейчас все листы снимать. И что-то не снимать ни контент не хочется, и работать не хочется. Это было нелегко, но мы это сделали. Если бы не отвлекали, не мешали, сделал бы все за 2 часа. А так растянул удовольствие на 4. А, плюс бегать вверх-вниз по туре, такое себе. Ну, что могу сказать? Мышей не обнаружено. Гниение дерева тоже не видно. Возможно, год это мало. Дождей было у нас, в принципе, немало. Есть отложения солей. Вот видите, беленькие. Это где через саморезы за дверь, за саму коробку двери подтекало, вот потихоньку начинает прогрессировать грибок. То есть лет 5 и будет прям такая черная зелень. Внизу мы помазали маслом, смотреть в принципе нечего. А вот где нет отлива подоконника, видите, здесь хорошо прям видно. Вывод, делаем все правильно, поставим обязательно отлив, а в местах соприкосновения обработаем стизом. А стиз не дешевый, да, как бы не бюджетный вариант, но мы за сохранение конструкции, поэтому сделаем.
Ну и самое главное, утеплитель. Смотрите, он новенький. Постройки год. Его как будто бы вчера сделали. Пена не рушится, мыши не едят. Классно, но мало. Почему мало? Ну, потому что пятерка это для склада, для сарая нормально. А вот чтобы обогреть, погреться, посидеть там, что-то поделать, нужна... Точнее, что я вам показываю. На сайте Pinoplex есть калькулятор. Вот здесь мы в том году даже высчитали. Но я же самый умный. Зачем вам смотреть на какую-то цифру, которая там что-то пишет? Я и так грамотный. Я сделал пятеркой. Вот видите, теперь появились финансы. Я все это разбираю и доутепляю. Поэтому не будьте как Леха. Соблюдайте инструкцию, делайте грамотно. А инструкция гласит, что бруски должен набить именно в перехлест. Не вот так еще, а вот в перехлест. Тогда будет максимальное утепление, и в мостик холода будет только вот в этом перекрестии. Да, это финансово затратно, это сложно, но зимой мы уже делали опыты, там было действительно холодно. Сейчас мы сделаем максимальное утепление, и у нас зимой будет еще одни замеры, заодно и узнаем, стоило на того или не стоило. Практически половина. Ну как практически? В прямом смысле половина. Получается нормально, без остатков. Помню в том году, когда я мучился, остатков было очень много. А сейчас прям целиковый листик. Вот только дверной проем получается и окно. И довольно-таки неплохо получается. 5 сантиметров. Пока пена мягкая, сразу прижимаю листом. И пена расширяется внутрь. Мне кажется, довольно-таки хорошее решение. Получается еще 3 листа и будем зашивать. Ой, придется напрячься в самом верху. Там придется тоже нарастить брусками. Видите полосочку? Это вот от дождя протекает. Надо будет обработать тоже. Обработал. Ой, антисептик тут мне. Вот он. Надо будет докупить на другую сторону. В общем, сегодня, наверное, мы сделаем только одну сторону. Слишком часто бегаю. К тому же, чем выше, тем медленней. Как раз мы заканчивать будем при фонарях. Ну и верхушку тоже буду наращивать на брусок, хоть и без утепления. Это сделано для того, чтобы не было, как-то ступеньки вот такой не было, и не пришлось ставить отлив. Чтобы все было сплошняком, в дальнейшем при лицевой отделке фасада будет классно. Ой, ладно, что, пока не потемнело, лезем, попробуем сегодня добить. Ой. Thank you.
развеял миф, думал, сейчас за полтора денька, за один денек сделаю и первую сторону, и вторую. И потом на второй день третью, четвертую сторону. Ага, 1 и 2 дня ушло вот на эту сторону. Хотя это, кажется, самая легкая сторона была, потому что здесь всего лишь был один целиковый и один полуцеликовый. Остальные все были подрезки. А вот сегодня, так как погода хорошая, мы сделаем вторую сторону, самую сложную, самую хардкорную. Здесь целиковые листы, 80 с чем-то килограмм. И сверху я их уже не сниму. О, птенчик прилетел. Посмотрите, как легко колхозит. В общем, придется звать соседей. Один не сниму. Если верхушку я еще в свое время продумал, сделал не целиковыми, а по кусочку. Мало ли там люки делать, вентзазоры какие-нибудь. То здесь я придется снимать с помощью соседей, оттаскивать, утеплять, подтаскивать, звать соседей и все это зашивать. Но сегодня, благо, дожди ушли. Утеплитель полностью промок. Благо, он воды не боится. Еще одно преимущество. Так что мы можем не сушить, не идти в магазин, а в принципе просто продолжать. Швы сразу пеню, потом их подрежем и обработаем стизом. И это все будет, наверное, на второй серии. За раз, за одну серию часовую вы, скорее всего, смотреть не будете, поэтому я покомпактнее умещу две стороны на серию и нормально. Я бы сказал, погнали. Я бы, ну, сейчас скажу, пойдемте к соседям, нужна помощь. Ну вот, 2 дня пролетели, выходные полностью закончились. Ой, остались доделки, но это на камеру уже не буду снимать. Нужно будет здесь доложить, немножко допенить, верхушечку сделать, подготовить под отлив, зашить полностью буковкой Г, как называется, четверть сделать шифером, подготовить все к фасаду. Пену пока не срезаю, мой стиз еще не приехал. Стиз такой герметик уличный.
Вот его срежем, нанесем сразу. Это чтобы мошки не ели пену и не смогли заползти внутрь. Нужно будет делать подготовку к финалу. То есть у нас на сегодня готова раз сторона и два. Две самые тяжелые, самые такие масштабные. Останется эту сторону перебрать, полностью разбирать не буду. Тут нужно заводские подсветильники, под камеру будущую сделать. И самый красивый вход, где будет в дальнейшем, ее придется разбирать полностью. Ой, снимать все листы здесь, потом откручивать полностью потолок, закладные ложить и также утеплять. На углу получается будет вот здесь 50 и здесь 50. Угол потом мы, наверное, сделаем в четвертой части нашего сериала. Вторая часть будет еще раз утепление, полностью покроем все стизом, все срежем, сделаем генеральную уборку, закладные положим. Потом в третьей, на четвертой части мы сделаем уже фасад полностью, что-то придумаем с потолком, возможно, повесим отливы, и в самом конце я покажу, что я придумал сделать с углами. Ах, да, надо будет дверь нормально сделать. Сейчас секрет, надеюсь, я не знаю, где вы живете. У меня дверь держится на двух саморезах. Вот, раз, два, все. Почему? Ну, потому что она висит в воздухе. Видите, здесь же пенка. Только вот за брусок зацепилась, и все. Только никому не говорите, а то меня грабить придут. Ладно, все, давайте. Не болейте, не скучайте. На следующие выходные с новыми силами мы продолжим. О!